12 медалей из настоящего золота, серебра и бронзы получат победители турнира по боулингу. Сегодня открылся 5-й кубок «Сибиряка 2020». На него приехали спортсмены со всей России. Соревноваться в точности они будут до воскресенья. В состязании участвует больше 70 человек. Победители определят по выбитым очкам в индивидуальном первенстве. Мы уже привыкли, что подобные вещи мы реализуем при строительстве объектов, но при организации физкультурно-спортивной работе, при подготовке к таким мероприятиям, это, наверное, опыт у нас уникальный. И те задачи, которые сегодня стоят перед нами по организации вот этой работы, вот пример сегодняшнего мероприятия, показывает, что все это возможно, просто надо к этому подходить иногда и творчески, с душой, и получится такие хорошие результаты.